Медицинские учреждения региона продолжаются поставки средств защиты, гигиенических масок и защитных костюмов. За решение проблемы дефицита взялись депутаты законодательного собрания. Василий Гвоздев и Сергей Шерстнев встретились с коллективом поликлиники номер 2. Медперсонал учреждения заботится о здоровье 70 тысяч людей. Во время пандемии пациентов лечат и обследуют в основном на дому. Мы доставляем на дом рецепты, лекарства, и мы можем привести в поликлинику пациента, который остро нуждается в экстренном обследовании. Ну, хотелось бы средств защиты побольше. Парламентарии приехали не с пустыми руками. Они привезли полный боекомплект масок и дезрастворов. О приятных мелочах народные избранники тоже не забыли. В знак признательности дамам в белых халатах подарили букеты роз. Во-первых, мы хотели бы сказать всем спасибо, большое спасибо людям в белых халатах, врачам, всем, которые взаимодействуют с нашим населением. Потому что на них сегодняшний день действительно очень большая нагрузка. Депутаты оставили личные номера телефона докторам поликлиники. Пообещали, что решат все вопросы по первому звонку. Для ульяновских медучреждений также создан резервный фонд. В нем заложены средства на оборудование, ремонт и лекарственное обеспечение всех больниц и поликлиник. Виктория Чиркова, Александр Кудряшов. Новости Ул-Правды ТВ.